Так, митрогил поставили? Митрогил поставили. Так, капает, капает. Митрогил поставили. Все, теперь... Так, Наташа, дай вот так. Так, сейчас, когда мы ребенка тронули... Так, это вчерашняя рана. Там вообще пипец у нас. Сейчас сначала промоем здесь. Так, перекись. Перекись. Опа. Ч-ч-ч-ч. Так, мой золотой. Тихо, Чарли. Тихо, мой зайчик. Сейчас все, зайка, промоем. Сейчас, мой золотой, тихо. Тише, мой солнышко. Так. Тихо, тихо, малышка. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, бинты. Все будет хорошо, маленький. Все, все, все будет хорошо. Тихо, мой золотой. Все, мое солнышко. Угу. Так. Тихо, мой маленький. Тихо, моя зайка. Мой маленький. Мой хороший. Честно. Честно, мой зайка. Так. Страшно уже не эта рана. Здесь мешок, но здесь уже промыто. Так. Страшно другое. Страшно, что я сейчас тронула лапу, а у него вот здесь. Ты не знаешь, где у нас машинка? О, господи, а у нас открылся свищ. Тихо, деточка. Потерпи, солнышко. Потерпи, мой золотой. Потерпи, мой золотой. А у нас вот здесь открылся второй свищ. А мы и не видели его, и не заметили. Вот так, детка моя. Сейчас, мой золотой, сейчас, мой хороший. Так. Это просто вообще не знаю, что сказать. Машинка не берет. Машинка не берет. Да, мой зайка. Нет, мой хороший, никак. Машинка не берет. Придется так все осторожно выстрелить. Тихо, солнышко, мама, быстро. Да, моя зайка. Сейчас немножко встрягем, чтобы хотя бы видно было где. А уже потом все остальное. Боже мой, да что ж такое на ребенка напасть такая? Откуда у него эта херня? Ты посмотри. Ой, боже мой, прости меня, господи, я еще и ругаюсь. Но у меня уже слов нету. Так. Так. Теперь смотрим, что у нас здесь. Здесь мы промыли. Здесь у нас прошло. Так, где диоксидин? Здесь у нас диоксидин с физраствором. Тихо, деточка, сейчас мама сначала рану промоет. Вот туда ее. Опа. Там у нас большая рана. Так, здесь тоже диоксидин. Так. Диоксидин. Так, господи, да что же это такое? Детка моя, сейчас мой золотой. Натрий. Сейчас мой золотой, сейчас мой хороший. Так, митрогил. Нет, митрогил я вам прокапаю весь. У нас ребенок лежит на капельнице. И сразу промываем все. Так, очень тяжелая. Так, сейчас смотрим, что у нас здесь. О, господи. О, боже мой. Тихо, деточка, сейчас. Тихо, солнышко, стой. Дай мама уберет эту гадость.
Вот вчера мне из-за этого плохо стало. Тихо, мама убирает мешок. Тихо, мой золотой. Я сейчас сама реветь буду, не могу больше. Тихо, зайчик. Не могу. Я больше не могу. Тихо, детка. Даже я не могу больше, просто это вообще какое-то что-то вообще ненормальное больше. А еще столько гадостей в интернете, сволочи пишут. Хоть бы на денек как сюда. Господи, боже мой.